просят в помощи в расследовании дела. Как мы уже сообщили в эфире программы «Вечерний патруль», 20 декабря 2012 года в лесопосадке рядом с улицей Сергея Лозо в поселке Управленческом обнаружили тело младенца. Девочка была без одежды, накрыта целлофановым пакетом. Всех, кто может помочь в поиске матери или того человека, который бросил ребенка, полицейские просят позвонить по телефонам 950-32-13 и 950-02-02. Также информацию можно оставить на официальном сайте областного главка. Денежное вознаграждение и конфиденциальность гарантируются. Нелегальный заработок. Самарские полицейские задержали 41-летнюю женщину. Ее подозревают в сбытии наркотиков. В пакете силовики обнаружили 66 свертков героина. Общая масса почти 400 граммов. Известно, что в прошлом она уже была судима за подобное преступление, однако, вернувшись из колонии, не отказалась от легких денег. По версии оперативников, в этот бизнес она вернулась прошлой осенью. Подозреваемая находится под стражей. 118 преступлений за сутки, более половины раскрыты по горячим следам. Не обошлось как и без краж и мошенничеств, так и без более тяжких происшествий. Накануне ночью в квартире дома на улице Карбышева 37-летний мужчина, ранее судимый за кражу и мошенничество, ударил ножом в живот своего 27-летнего знакомого. Пострадавший госпитализирован. Сообщение о пациенте поступило в дежурную часть отдела полиции номер 24 Управления МВД России по городу Тольятти. Полицейские установили обстоятельства случившегося. По версии правоохранителей, инцидент произошел во время распития спиртных напитков. Уголовное дело возбудили по статье «Тяжкое причинение вреда здоровью». Подозреваемый задержан. Если его вина будет доказана, то ему грозит до 8 лет лишения свободы. 9 пожаров за сутки, все из них в жилом секторе. Одно из самых крупных ЧП произошло накануне в Жигулевске. Вызов на пульт дежурного поступил в 15 часов 36 минут. В квартире горели домашние вещи. К месту пожара по номеру вызова пожара 1 БИС прибыли 14 человек личного состава, 5 единиц основной и специальной пожарной техники. При проведении работ по ликвидации пожара обнаружено тело погибшей женщины 1977 года рождения. При пожаре травмирован мужчина 1977 года рождения, эвакуировано 24 человека. 30 минут понадобилось сотрудникам МЧС, чтобы справиться с огнем. Сейчас причины гибели человека, возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.